В рамках празднования Дня защитников Отечества в Новочебоксарске проводятся различные мероприятия. Причем не только среди взрослых, но и детского населения города. Так, в детских садах проходят игры, конкурсы на военную тематику. К примеру, в детском саду номер 43 прошла игра «Зорничка». Основной целью игры является нравственно-патриотическое воспитание. Каждой команде была выдана карта и свой маршрут. Командам необходимо было выполнить поставленные задачи, главной из которых была найти клад. Ребята с задором выполняли задание, и многие справились на отлично. Вы познакомились с прекрасной игрой. Как называется хором? Зорничка! Вот теперь я поздравляю вас, потому что вы умеете играть в зорницу. А значит, вы настоящее наше будущее. Будущее нашей страны Россия.